have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. И я очень вовремя включил запись, потому что к нам тут какая-то тварь прискакала. Если бы я еще не промахивался, было бы замечательно. Ну зачем ты меня отравил? Зачем ты меня отравил? Ай, блин, как не вовремя-то. Ладно, запись я включил, все, ставлю на паузу, побежал лечиться. Отличное, блин, начало серии, чтоб его, ладно. Ладно, мы опять здесь, я подлечился, и вроде как все нормально. Прискакал этот паук чертов, чтоб его... Не, я собирался пойти, кстати, вот сюда вот посмотреть. Да, точно. Тут у нас что-то еще неизведанное оставалось. Здравствуйте. Так, кнопочки... Нету нигде никаких. Надо внимательнее смотреть. Пауки, серьезно, очень сильно раздражают именно тем, что они травят. Ну, это выбешивает. Вот. И я-то его победить могу, этого паука. Но каждый раз приходится потом к кристаллу бегать. Это очень сильно раздражает. Так, я тут, получается, кругаля накинул, да? За стеночкой что-то бегает. Тупо кругаля накинул. Круто. А, у тебя есть место? Есть. Суперски. Ах ты ж. А зачем тогда тут было закрыто? Это если бы я убегал от того паука? Ну так он тут был один. Чем мне от него убегать? Я понимаю, это грозные ребята, но все равно. Яйца надо разбивать. Слышали, что-то открылось? Ну вот. Зачем ты промахиваешься-то? Там еще один. А, бутылочку верни. Так-то они лопаются вполне нормально, если еще. Ой, золотой ключик. Золотой ключик. Да ладно, мне сейчас опять все это. Ладно, ребят, стоп. Блин, я пока бежал лечиться, тут еще одного паука выпустили. Меня, по-моему, сейчас убьют чувака этого. Если б я еще не промахивался, было бы вообще замечательно. Да ну не промахивайся! Черт. А, мага убили. Ой, не мага этого, быка. Все, я без танков остался. Сейчас я попробую сотворить заклинание света. Нет энергии, ну понятно. Пойду лечиться, воскрешаться. Шансов-то нет никаких иначе. Было бы теперь неплохо узнать, что и где открылось. На самом деле, если... Этот факел я отсюда забирал. Если смотать весь тот километраж, который я пробегал... Секрет? Серьезно? Так это же не секрет. Или секрет, ладно. Ну вот, я хилочку потратил, хилочку нашел. Молодцы, блин, суперски просто. Говорю, если посмотреть весь тот километраж, который я отмотал за то время, пока я здесь бегаю к кристаллу воскрешаться, то получится годовой, неплохой годовой пробег такси. Серьезно.
Почему? Это проход на другой... Я нашел секрет. В секрете была кнопка, которая тоже открывала... Секрет? Я просто не уверен, что это прям проход на следующий этаж. Я бы вернулся. Там у нас еще не все исследовано. Я не хочу бежать впереди паровоза. Мне интересно, это официальный спуск или нет? Ну, как... насколько это возможно, официальный. Так, теперь нам сюда. У нас там еще просто остался проход, и я бы не хотел его пропускать. Ага. Кстати, каким образом... Да, тут есть... Тут есть дверь, точно. Слышите пауков за стеночкой? Я их слышу. Так, это у нас свиток шока. Вы будете в шоке, ребят. Это у нас какой-то хавчик. Кстати, да, огненные бомбы. Зелень всякая. Зелень корешки, это хорошо, это прям нужно. Свиток, получившийся очень близко к формуле. Смесь усыпанной шляпки мрачника с цветком ведьмы почти всегда работает. Я думаю, что пропустил еще один компонент. Так, я понимаю, это у нас для... Ящик я оставлю, но его нафиг. Так. Ты у нас, дружище... Копьем у тебя заберем, тебе не надо. На тебе вот этот цветочек, я потом почитаю. Потом, может быть, оно мне и сейчас понадобится. Это рецепт на какое-то что-то где-то, да? Комнатка вроде тупиковая. Вроде да. И она не обозначилась у нас как секрет. Там за стенкой что-то бегает. Поэтому я думал, что, возможно... Тут будет какая-то тайная кнопка. Или мы просто каким-то другим образом попадем туда, в застенок. У меня стойкое ощущение, что тут где-то я что-то пропустил. В ящике точно же ничего больше нету. Кстати, ящик 3 килограмма весит, но в него можно положить... И зачем мне золотой... Ну ладно, золотой ключ я всегда найду, куда применить. То его нафиг. Записка. Кстати, давайте, знаете... Положи. Я не буду с собой ящик брать. У меня у этого чувака еще есть слоты. Или слоты. Куда это все можно поставить. Ладно, не буду сильно зацикливаться. Надеюсь, я тут ничего не упустил. Пойдемте дальше. Ага. Можно, собственно, вот сюда вот пойти. Тут у нас есть факел. По факелам я буду понимать, где я был, где я не был. Собственно, что горит, что не горит. Записка, фига себе. Просто так? Ха. Я должен быть более осторожен и оглядываться. Пауки повсюду. Спасибо, блин. Я заметил. Слышите как? Ну, это очередь... Их там двое. Трое. Фига себе. Ну, это задница. Но мне туда. Хорошо, а что с другой стороны? А с другой стороны то же самое. Я думаю, их там 3 или 6. Вот что мне интересно. Потому что я не уверен, что я даже троих-то смогу ушатать. Так, ладно, F5-очка. Я сейчас открываю, если что, просто побегу от них. Куда вообще бежать-то? А бежать далеко? Да пофиг, все равно придется бежать. Так что без вариантов. Их там 4. Нет, их там больше, чем 4. Но я их всех не осилю, это понятно. Мне сейчас придется... Бежаться, воскрешаться. Они бьют еще так. По 22. Офигеть.
Все, валим. Ой, тут щит есть. Не сюда? Куда? Сюда. Этот сейчас сдохнет, я не успею его довести. Я хоть правильно иду? Вроде правильно. Валим! Блин, я встал, не успею. Ну ладно, я его воскрешу сейчас. Там еще пауки, кстати, за стенкой бегают. Я каждый раз пробегаю, слышу, что за стенкой бегает еще всякое говно. Фух. Игра, кстати, сохранена. Спасибо. Я обычно пробегаю это все без вас. В этот раз решил пробежать с вами, чтоб вас... Минус 24. Ладно, по крайней мере, пока добегу, чуток успею восстановиться. Это ошибка, конечно, такая. Я ее раза три уже совершал, наверное. Бежишь такой, тут фигак прилетает. Ты прилетаешь. Пауки бьют по 24. Это офигеть как больно. Причем сколько я двоих умутузил только что. То есть мне придется бегать это как раза три, наверное. В следующие разы, когда я буду бегать, лечиться, естественно, да, я уже буду для вас это вырезать. Ну, в этот раз хотел... Так, не сюда. Что-то я начал блукать здесь. До этого карту более-менее хорошо помнил, а сейчас что-то я начал путаться, где что находится. Так, не сюда, 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 сюда и вот сюда. Вы бы не промахивались, ребят, было бы вообще хорошо. Не трави меня, только не трави. Последним ударом отравил. Ну что за человек? Нет, 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 нет. Успею убить или не успею? Двоих отравил. Нет. Так-то уже и магия заканчивается по-хорошему. Не успею, по-моему. Успел. Пошел воскрешаться. Смотрите на обратном пути, что интересное я увидел. Гляньте, свет через камни пробивается. А подходишь сюда? Слышно, что там факел за стеной? Это вот место, да? Куда я никак не могу пройти, потому что там... Так, вот это здесь... Оно здесь было или нет? Кстати, знаете, что я еще запомнил? Заметил. Смотрите, как называется. Это были старые туннели, третий этаж, столбы света. И у нас с вами вот здесь вот, в самом начале... Блин, я забыл, что вы курсор не видите. В самом начале видите, где лесенка у нас? Там у нас была загадка. Воткни везде светильнички и все это. Так вот, помните, я еще к вот этому приколупался. Тут светильники... Вот, я еще вставлял сюда все факелы, думал, что тут просто комната выглядит точно так же. Вот, и... А давайте я на секундочку, знаете что, ребят? Когда я сейчас сюда вставил все светильники, дайте-ка я на секунду пойду кое-что проверю. Как это все будет работать. Это все находится, если что, вот здесь. Видите, вот это место. По идее, туда можно... Там есть дверь. Дверь туда или оттуда. И тут есть решетка. И тот факел горящий, который я слышу, он вон там.
А я же сюда вообще проваливался или нет? Я не помню. Давайте я провалюсь. Да, я сюда проваливался. Здесь делать абсолютно нечего. Ай, блин, теперь я здесь появился. Ну ладно. Тут тайны никакой нету. Так, так. А, кстати, что будет, если... Тьфу ты за ногу! На. А, это какая-то механическая дверь, ого! А вот это тот факел... Вон рычаг. То есть туда все-таки нужно попасть как-то с другой стороны, провалиться туда. Я не думаю, что можно, там потолки закрыты. Вот, вот этот факел, который там горит, вон вот этот рычаг, который надо нажать. Ага. То есть вот эта штука у нас ее открывает, будем знать. Но тогда она у нас что делает? Ага, тогда у нас там та штука закрывается. Мне она надо для центрального прохода. Но потом, когда я найду способ проникнуть туда, это было бы интересно, кстати. Ха. Загадочки загадушные, а? Ты посмотри. А вот эта штука, если я сюда факел ставлю... Но я не слышу никакого звука, чтобы происходило какое-то, ну... Хотя и здесь есть тоже. А давайте я здесь все, если освечу. Ну, просто последняя попытка, серьезно. И потом я отстану от этой комнаты, наверное. Может быть. Мне просто... Ой, блин, что у нас бычара голодный-то такой, серьезно? Ты... нет. Дай человеку покушать. А ты? Да ты нормально, у вас еще все зеленое. Так, ладно. Я же говорю, мне просто не дает покоя то, что этаж называется «Столбы света». У нас была уже одна такая загадка касаемо света. И теперь я, знаете, как вот говорится, что... Об утюг обжегся, в борщ плюешь. Вот то, что сейчас со мной происходит. Мне очень интересно туда попасть. Тут у нас, кстати, с вами тогда... Да, блин. Такая тупиковая комнатка. Фишка в том, я не помню, это было секретом или нет. Это, или это был просто тупичок. Такой своеобразный. Или наоборот, где-то... Когда-то нужно нажать какую-то кнопку, и здесь потом откроется стена. То есть не обязательно кнопка будет здесь. А, как все... А, все, я понял. Вспомнил, что это за кнопка. Да, и теперь нужно дернуть, вот, нажать вот эту кнопку, и тогда оно открывается, все. Я вспомнил. Очень интересно, что там за место такое. Ладно, я туда еще, я думаю, что доберусь. Ну, мне хочется в это верить. А то мы и так как бы потратили на это время. Ответов никаких не получили, просто пошастали там. Так, ладно, вопрос в другом. Всех ли... Ой, я не туда иду. Всех ли пауков я перефигачил там? Потому что сколько их было? 6, 5, 4, 3, 2, 1, марш. Ай, надо быть повнимательнее на стенках. Так, тут было логово, да? Да. Травка, это антидот. Слушайте, а по-моему всех... Да, тут у нас было такое логово этих пауков. Сколько их тут? 5 штук было или 6? По-моему, 5 все-таки. Потому что...
Сейчас я просто внимательно стены посмотрю. Ау. Ударился в религию. Но нам туда... Я вообще думал изначально, что вон та дверь закрытая, она у нас и будет. Блин, мне оно не дает покоя. Оно соединяется прямо с той комнатой, которая как бы комната света. Ладно, давайте так и в пяточку. Кнопка. Что за труба? Я не доверяю этой трубе. Спектральное реле. А что бы это значило, дружище? Это я никак не открою? Никак. Да блин, что у меня стало так быстро заканчиваться это заклинание света? Так, спектральное реле. Спектральное. Эта штука выстрелила в меня, что ли, тогда? На, похавай. Ага. И что мне... Она надо, чтобы сюда попала, что ли? Да, понял. То есть мне нужно было сначала открыть... Здравствуйте! До свидания. А, это шлем, стой. Я думал, это хавчик. Так, без легкой брони... А у нас, кстати, там до легкой брони скоро-то, не скоро... Скоро. Один уровень до легкой брони. Хорошо, и тогда я смогу носить всякие хорошие вещи. И опыта, кстати, чуть-чуть осталось. Давайте я тогда сразу надену эту штуку. А вот эту... Ага. А, у тебя тоже такая одета, только у тебя легкой брони изначально и не водилось. Уклонение. Но тебя вроде как не особо-то и бьют, мне кажется, да, дружище? Не знаю. Ладно, давайте пока так. А, серьезно, записка? Надо быть повнимательней. Я нашел броню лучше, так что я оставлю свое старое снаряжение здесь. Очень плохо, что я был немного неуклюж с кожаными поножами. Но все же я не собираюсь рисковать доставать их самому. Но, может быть, кто-то другой сможет сделать этот шаг. У меня нет идей, как открыть эту дверь, хотя... Турум. Нет идей, как открыть эту дверь. Хотя... Ага, это шорткат. Кто-нибудь сделает этот шаг. Да, ну-ка, давайте. Тут получается, да, тут у нас другой выход из уровня, что логично. Ну, давайте, пофиг, я схожу. Или это... А, я здесь уже был. Крестьянские штаны. Все, 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 я понял. Я уже эти поножи забирал, и ты... Нет! Ладно, ребят, сейчас вернусь. Ладно, я здесь. Это было крайне глупо с моей стороны, признаю. У меня появился шорткат, я его просто... А, вот как открыть эту дверь. Золотой ключ-то у нас. Я сразу эту скважину золотую не приметил. Секрет. Сапожки в секрете у нас лежат. Сапожки, кстати, видимо, хорошие. Тяжелая броня. А что у нас на тяжелую броню не хватает? У нас есть тяжелая броня. У нас есть тяжелая броня. Это просто замечательнейшее. Тогда ты у нас одеваешь вот эти вот сандалики. У тебя вообще обуви нету. Вот тебе сандалики. Где они? Вот. На, держи. Хоть не босиком ходить будешь, чувак. Так, хорошо. Я думал, насчет этой двери опять будет загадка. О-о-о! Здравствуйте. Атака 14. Это булава. Ну, ты у нас по булавам, ты у нас красавчик, да?
Противоядьку я сюда положу. Топор 10, скорость 11. Блин, жалко, оно не сравнивает таким образом, что типа ты наводишь, и оно показывает тебе еще тот предмет. А, так, 14, 11. 10, 11. То есть скорость такая же, а урона явно больше. Ну и опять же по топорикам. Так, давай мы с тобой, знаешь, что сделаем? Надо, наверное, людей что-то подкормить. О, и ты съешь. Оп, хорошо. Ладно, мы получили классные сапоги, мы получили классную оружку. Золотой ключик пригодился. Хорошо. Тогда вопрос вот в чем. Вон тот секрет у нас таки остался закрытым. Черт побери. А я хочу его открыть. Вот этот вот посередине комнаты, который. То есть, ну вы поняли. Ага. Блин, я так еще копье неудачно положил, что оно... Я теперь с этой стороны к нему-то и не пройду. У нас есть... Как-то проход туда, и у нас есть дверь, которая открывается теми рычагами, которые вон там. Как туда попасть, я не знаю. Блин, это вот реально очень большая загадка. И у нас есть два прохода на четвертый этаж. Один там, который вроде как тайный, а один вроде как здесь. Здравствуйте. И они мне начали с двух сторон прессовать. Круто. Классная ловушка, ребят. А я уже назад не выйду, да? Или пока их не убью, или что-то такое. Надо было от них маневрировать. Или убегать, или... А, убегать от них не получится. Надо было просто маневрировать. Ладно. Другая тема у нас вот такая. Сюда. Давайте. Так. Вход у нас тут. Давайте я его отмечу сейчас. Ну, их можно убить на самом деле. Их можно убить. Но хочу ли я это делать прямо сейчас? Проблема в том, что я стоял, нужно было бегать, маневрировать. Ладно, давайте тогда я схожу в тот проходец, посмотрим. Я просто сейчас, ну, скажем так, был не готов. Я понимаю, что это отговорки все. Блин, как же в ту комнату-то пройти с той дверью механической? Вот это меня сейчас будет грызть. Кстати, еще тогда такой вопрос. Раз там за мной закрывается дверь, ну, наверное, после победы дверь откроется, мало ли. Но смогу ли я сюда потом вернуться? Я такой сначала, ха-ха, я сейчас убью этих грибов и пойду... пойду кристалл схаваю, но там... Ой, блин. Ага. Так, покормите меня. Ну, я в тебя еду кинул, если что. Эти загадки. Покормите меня. Ну, покормите меня, положите еду. Нет, не так это работает. Ладно. Мы сейчас сюда еще вернемся. У нас тут еще есть дверь, где нам могут навешать, так что я полон оптимизма.
как ты промахиваешься? По зеленой жиже. Сколько у тебя жизни-то? Сколько у тебя жизни? Ты не подскажешь, дружище? Офигеть. Пойдем лечиться. По крайней мере, сейчас лечиться-то недалеко относительно. Блин, я уже заблудился, я молодец. А, проблема вот этих туннелей, то, что я их еще не очень хорошо... Ну, как бы это не их проблема, это моя проблема, я это понимаю. Но тем не менее, что я их не очень хорошо выучил, и теперь к лечилке бегать... не так быстро и эффективно, как раньше. Ах, ты ж ёпперс, это вот оно, нормально. Я там специально факел оставил, чтобы он мне хоть издали напоминал направление. Фига себе. Вот эта штука была сейчас очень плотная. Да, вроде как правильно иду. А, да, кстати. Я же за это забыл. Уклонение 7, уклонение 5. Вот так вот делаем. На. Блин, этот щит все перевешивает. Ну его нафиг. Щиты на самом деле до черта тяжелые. Я тогда убегал от паучка и... Ну, здравствуй. Забыл про этот щит. Я сейчас только случайно на него наткнулся. Ладно, ребят, кто из вас заметил это? И такие, нет, ты там щит пропустил. Все, вернулся. Не сердитесь. Офигеть. Так, это мне что, сейчас после каждого этого блоба опять придется бегать? Да враги, прямо я тут такой жалуюсь, что пауки у нас, это, сильные. Да ладно! И отравил. Харкнул через стену и отравил. А как мы теперь жить-то будем? У тебя жизни уходят? А как мне теперь выманить кого-нибудь из них? 116. Может, это просто дебаф? Кстати, а accuracy отсутствует. Accuracy минус 2. Надо ему это, ловкость бы качнуть. Спасибо. Всех траванули, молодцы. Может, это не будет мне давать восстановиться? Причем он еще с такой скоростью атакует. Ну, смотрите, быка уже убили. Уровень. Здравствуйте, до свидания. Я не собираюсь в таком состоянии драться. Так, уровень, кстати, у мага пришел. Так, ладно, ребят, минутку. Давайте я сбегаю, подлечусь. Насчет уровня. Давайте глянем. Что у нас вообще есть? Мы в колдовство идем. У нас есть еще, кстати, защита посохом. Защита, уклонение, здоровье. Наверное, стоило бы сюда вложиться-то, кстати. Мы сейчас ну, если мы вкинем сюда два уровня подряд, мы получим три вещи. Получим уклонение, здоровье и защиту. То есть после первого уровня мы ничего не получим практически, одну защиту. Но после двух подряд у нас там может войти неплохо. Тут у нас может сейчас получиться плюс 10 энергии, что тоже хорошо. Сила воли, энергия, энергия, сила воли. Блин, до 50 на архимага его качнуть было бы очень круто. Хорошо, идем в защиту, наверное, потому что вот эти вот массовые нападения, которые происходят, они мага первого как раз и выносят. А маг у нас, пожалуй, сейчас самый действенный чувак, потому что, ну, как минимум, он ни разу не промахивается своими заклинаниями, что чем у нас грешат остальные. Поэтому давайте мы, наверное... Мы с посохом ходим, это же посох. Да, жезл. Навыки колдовства, энергия.
красная деревянная палочка, которая может быть, быть использована мастером для передачи энергии. Жезл — это не посох? Требует навык колдовство 1, энергия плюс 5. Колдовство... Ну, колдовство у нас хорошо прокачано. Прокечено. Этот навык повышает защитные способности мага. Ну, да, давайте, мы сейчас сюда два уровня подряд вкатываем. И у нас хоть как-то, хоть что-то начинает появляться на... Где эта тварина? А он убежал, прикиньте. Ах ты ж! Фига ты доплевываешь-то, дружище. А ты мог бы меня не травить, пожалуйста? Я промахиваюсь по нему, мне не хватает ловкости. Он, кстати, этого бойца убил уже, все. Этого отравил, этого убил. Нормально, блин. Каждая схватка с этим клобом выходит для меня боком. Поставь. Нормально, блин, не успел ударить. Он меня еще и убьет. Их там два. Пошли. Что я сделаю? Пошли. У меня никого не осталось. То есть я его покалечил, но он у меня убил три человека практически. Пойдемте попробуем еще разочек. Меня там на моей звездочке, кстати, позастревали. Здравствуйте. Он там, не там? Он не там. Хорошо. Давайте я попробую уровень качнуть. Что нам нужно? Нам нужно на уклонение легкая броня. Вот, на легкую броню нам надо качаться вообще без вариантов. Да и здоровье потом не помешало бы. Легкая броня и здоровье. Суперски. Это мы все получили. Значит, улучшенная уловка. Теперь у нас нету дебафа от легкой брони. Дублет. Вот, легкая броня. Отлично. Дублет плюс 2 защита, а ты у нас христианская рубаха. Ну, блин, ладно, пусть в христианской рубахе лазит пока что. F5. Их тут двое осталось, да? Трое. Но я тут еще долго буду бегать, если их трое. Черт. После каждого приходится... После каждого приходится бегать и лечиться. Потому что они еще и убивают меня, уроды. На, выключи это. Жизни у них просто немерено, у этих блобов. Да елки. Ну вот смотрите, бас убил чувака мне. Блин, а ты на уровне не восстанавливаешься, елки-палки. Давай-ка я тебе этот... Что у тебя там по броне? Здоровье было еще, да? Сейчас у нас 16. Атлетика. Может, кстати, да, вот атлетики вкинуть. У нас 3. Блин, 3, очень жалко. Тут 16. Смотрите, можем сделать 1, 2, 3. И вот так вот. Блин, они уже подходят, да? Нет, он просто там ползает. Ну, я вот так вот буду делать сейчас. Насколько успею, его побью сейчас. Все равно идти восстанавливаться сейчас. Он меня уже двоих убил, да. Смотрите, какая у него скорость атаки после того, как он кого-то из моих убивает. Уже не хватит, да? Да, не хватит. Ну, ударь его еще раз, и все, я пошел. А, это просто какой-то бред. Ладно, сейчас.
Мне интересно, для чего я все это страдаю. Что там? Прикиньте, прямо на входе встретил. Ты сдохнуть не хочешь? Я тебя до этого бил еще 3 часа. Спасибо, блин. Ой, ну ты где там? Сейчас. Сколько получится, полуплю его. Опять же, я его не убью сейчас. Он не убьет 2 человек, и я отступлю. Да, ты бы еще промахивался, дружище, было бы вообще хорошо. Ну серьезно, этот промахивается, это бьет на 8. Все, у мага энергия закончилась. Вон, там еще один, да, их еще 2. Пофиг, просто валим отсюда. На этот раз я пришел, даже кристалл не успел восстановиться. Мне пришлось немного поспать, чтобы он восстановился. Но ничего не снилось, поэтому я ничего не вам не включил. Просто вернулся сюда. Вот скорость атаки. Ну... Последний удар по нему оставался, ты прикинь. Ладно. Там что-то интересненькое. А ты кто такой? Слизистый колокольчик, чтобы взять один предмет. Жемчужина в мире растений ценится за очень твердый панцирь. Используется для лечения ревматизма, судорог и проблем со спиной. Золотой божок. Золотая статуя древнего забытого божества. Надписи на ней выполнены на неизвестном языке. Но это вряд ли коллекционка. Блин, это было бы очень обидно, если это коллекционка. Я бы хотел, чтобы это было что-то нужное. Так, хорошо. Как минимум сюда мы зачем-то сходили. Теперь сюда зачем я иду? За каменным цветком. Ой, в смысле слизистым колокольчиком. Каменный цветок. Что я несу? Тут у нас остался еще один уродец, которого надо. На, полтос! Вот этот красивый сейчас удар был. Вы это слышите? Там или фаланга, или солдат. Ну понятно, блин, да-да-да. Убей мне тут чувака. Мне... Я мало ходил на загрузку, на лечение, так что... Что здесь? Слышите эти металлические звуки, да? Ага, вот кнопочка. Фиг, я сейчас сюда пойду. Чертов лабиринт. Давайте эту штуку тоже подберу. А, можно в труп ложить. Все, я сейчас быстренько сбегаю, вылечусь и встретимся на этом месте. Ладно, мы здесь. Я думаю, сейчас нам опять навесят звездюлей, так что... Золотой самоцвет. Эй, а это разве... А кто там тогда ходит? Погодите. А тут нету секретки никакой? То есть, да, за этой стеной явно кто-то ходит. Не один по звуку. О, может есть... Но тут такие лабиринты, я практически уверен, что тут еще может что-то быть, блин, прекрати. Я зажимаю таб, потом эта карта начинает меня пугать вот этими мельканиями. Такая вся. Накормите меня. Может, вот этот зеленый самоцвет, он один? Он, может, он не в глаза втыкается? Может, он в рот втыкается? Хм.
Ясно, понятно, блин. Офигеть. Воу-воу-воу, полегче. Арбалет, стрелы. Так, ты вот это вот убери, наверное. Арбалет отдай человеку, то есть, в смысле, стрелы. У нас есть стрелы, у нас есть... А ты у нас по весу это не вытащишь уже, да? Копье возьми. Вот эти щиты по 6 килограмм я буду, наверное, выбрасывать. Хм. А, у меня было просто на карте, оно не обозначено. Это не отменяет того, что за стеной кто-то ходил. Вот в чем прикол. Секретка, это, конечно, очень круто. Мне очень понравилось. Я подобрал арбалет. Надо бы, кстати, у арбалета, у лука проверить уроны их или даже ихние. Да, у кого-то сейчас уши свернутся в трубочку. Угу. Слушайте, интересное кино. Кстати, вот в чем прикол. У нас же, помните, там был демон? Я те синие камни с глаз тоже мог забрать. Нет, ну с одной стороны, с другой стороны, зачем они мне? Так, так, так. Вес 0,2, зеленый самоцвет. То есть я те два синих камушка тоже мог из его глаз забрать. Хотя, если вы мне не сказали, что забери их и всякое такое. А, это просто искорки от него идут. Угу. Тогда такой вопрос, ребят. А что мне делать с этим золотым демоном? Ну, не золотым демоном, золотой статуэткой. Чем мне сегодня заговариваюсь просто на ровном месте? Во-первых, а во-вторых... Че-че-че? Ничего не было? Там за стеной ходят солдаты. Я думал, что... я где-то найду в той комнате, которую я только что открыл, проход. Но там прохода явно не предвидится. И как мне попасть еще... Блин, это я сейчас вообще на 4-м этаже в архивах. Это архивы. Ну, такой мини-лабиринтик я, конечно, прошел, да, но... Блин. А теперь, кстати, никто не ходит. А, нет, там просто очень большое помещение, они просто ушли. Ладно, тогда, нет, тогда тут как раз все сходится. Мы не на 3-м этаже, мы на 4-м этаже. И, возможно, это просто кусок 4-го этажа, где мы будем ходить и биться с солдатами. Окей, все нормально, теперь сходится. Валим отсюда, здесь больше ничего нету, в этом и заключалась загадка. Все, теперь я уверен на 154% в этом все. Тут мы с вами все зачистили, оно, наверное, стоило того, чтобы немножко побегать. Надо будет протестить эти арбалеты, луки и все, что тут творится. Вопрос теперь в другом. Комната посередине. Как мне в нее попасть? Это очень меня сильно сейчас мучает. И у меня такое ощущение, что если я пойду на 4-й этаж, сейчас сюда вниз, то я не знаю потом, как сюда вернуться. Я сейчас, наверное, знаете, что сделаю? Да-да-да, метро. К метро я уже стал подпривыкать. Хотя до сих пор страшновато. Блин, я не туда пошел. Не надо боком ходить, тогда буду туда ходить. Все будет нормально. Ну, это реально такой звук метро. Ну, тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Ага. Тут мы секретку нашли, там нашли. Вот это вот, ну, блин. Делаем вот так сейчас. Сохраняемся на левел. Да. Да. Идем вниз.
пробуем не сдохнуть, а потом делаем выводы, выпускают нас обратно или не выпускают. Знаете, что я думаю? У меня... Не, ядовитые бомбы на них вряд ли будут работать, кстати. У арбалета атака 20 и скорость 9. У тебя атака 12, скорость 12. То есть я могу от них бегать и фигарить их из лука? Ну, не знаю, это малоэффективно, на мой взгляд, будет. Хотя они вроде не быстрые. Давайте посмотрим, как это все будет происходить. Блин, мне бы просто хоть чуть-чуть надо бы подкоцать. Не тот чувак. Крит. Неплохо, кстати. Надо закрыть. Блин, маг почти сдох. Есть, минус один. Хорошо. Нет! Блин, как неудачно-то. Блин. Есть. Фух. Это было сложно. Это, если вы меня спросите... Ой, ключик дали. А хавчик, хавчик тебе не нужен, кстати, да? Хавчик, наверное, нужен тебе, я так думаю, да. Ключик я у тебя подберу. Тут можно и... поспать, наверное, теперь. Хорошо, что нам не вкатили. Да, то есть ключ был при победе над ними. Открылось все, отлично. Теперь я не буду спать, я пойду подлечусь. Мне не нужен сон, мне нужны ответы. Да, то есть нужно, ну, тупо нужно было маневрировать. Не стоять на месте и отхапывать удары от них, а тупо нужно было маневрировать. И тогда бы в нашей жизни все было бы хорошо. О, ты у нас прям голодаешь, блин, дружище, а что ты не сказал-то? На, покушай. Ладно. Секреты. Ключик только был, да? Здесь мы можем пойти дальше. Блин, я вот сейчас вообще себя не чувствую в безопасности. Бутылочка. Портал где-то недалеко. Грибочек. Грибочек-то, наверное, тоже схавай. Хорошо. Как раз не до конца восстановил. Блин. У него полно уже всего, кстати. Слышите? Там что-то ходит. Давайте я вот эти тряпки здесь оставлю. Я не уверен, что они мне нужны будут. Что за свиточек? Зелье восстановления энергии. Ой, бутылка и кровянка. Круто. Кровянка это типа колбаски перекусил, силы восстановил. Все хорошо. Так. Там что-то очень жесткое лязгает, мне кажется. Ну-ка, F5.
сейчас, блин. До свидания. Ладно, ребят, давайте тогда таким образом... Они откроют дверь или нет? Вот мне интересно. Я понимаю, что эта серия будет, наверное, минут на 5, где-то примерно плюс-минус поменьше, чем обычная. Просто я за кадром набегался минут 20 туда-сюда восстанавливаться. И, ну, начинать сейчас новое приключение. Мы разгадали вот этот лабиринт небольшой. И сейчас мы переходим на новый этаж. И, честно говоря, мне не хочется сейчас углубляться в новый этаж, именно потому, что я не знаю, что... С той комнатой посередине, там механическое дерево. У меня вот этот золотой божок, который не дает мне покоя. Я, может быть, наверное, чуть-чуть еще побегаю по предыдущему этажу за кадром, просто посмотреть, как оно и что, и зачем. Они там, кстати, двое лучников. И тогда уже к следующей серии я пойму, смогу ли я открыть ту дверь или не смогу. Как бы не смогу и фиг, наверное, с ней, но все-таки очень интересно. Знаете, такая фишка, когда проходишь, ну как бы... Ой, у нас уровень, кстати, на бычаре, я не заметил. Ты у нас был... Ну, рукопашка мне, наверное, не нужна. Атлетика? Атлетика. Да, давайте сюда сейчас вложимся. А хотя, блин, у нас же на тяжелую броню мы шли. Черт. Ладно. Все, следующий уровень в броню вкладываемся, чтобы у нас была тяжелая. Плюс... просто тяжелая. Просто тяжелая. Вот. Как раз 4 нам нужно. И, ну, зато в атлетике мы получили выносливость и чуть-чуть еще здоровье. Оно не лишнее будет. Да, блин, что ж ты так быстро заканчиваешься-то? Так вот, ребятушки, когда просто проходишь и особо в секреты не всматриваешься, просто идешь дальше, оно вроде как нормально. А когда пытаешься искать секреты и находишь все, кроме там одного или двух секретов, вот это начинает очень сильно грызть. И ты такой, ну блин, ну я же докопался до остального, я хочу и это тоже открыть. И вот это начинает такое, внутри оставлять такое ощущение недоделанности чего-то. Поэтому я сейчас здесь заканчиваю эту серию. Пойду, посмотрю, что еще могу там сделать. Если там что-нибудь будет интересно, если я что-нибудь найду, какую-то кнопку или где-то, я вам это все потом на записи покажу. Если я ничего не найду, ну, значит, мы начнем с этого места следующую серию и пойдем уже с этими лучниками бороться. У нас архивы. Вообще, сколько этажей? Первый, второй. Третий. Мы на четвертом, но явно будет еще пятый. А сколько здесь этажей вообще? Я без понятия. Гора со стороны выглядела чертовски высокой. Может, их тут и все 20 или все 50. Блин, их я не знаю. Будет ли она настолько затянута, эта игра, если... Ну, не знаю, 50 этажей, мне кажется, было бы немножечко перебором. Вот, хорошо. Все, ребятки, на этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.